Многие положения китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования в Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встреч с председателем КНР Си Цзиньпином. Отношения же между Пекином и Москвой Путин назвал самыми тесными за всю историю. Россия – стратегический поставщик в КНР нефти, природного газа, в том числе СПГ, угля, электроэнергии. По графику ведется сооружение объектов ядерной энергетики. Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях. Как... При этом российский президент не исключил, что российские предприниматели при расчетах с партнерами в Азии, Африке и Латинской Америке могут перейти на юани.